Смотрите, красота какая. О, сейчас едем уже. Ух, чуть я не приехала. Так, в Вислуцу спускаемся, добираемся до нашего отеля. Аж Нил. Аж это значит пепел. Что такое Нил, непонятно. Мы же не на реке Нил. Вот, сафари было клевым, крутым. Надеюсь, вам понравилось. А сейчас мы посмотрим новый отель в этом Баффало Спрингс парке. Ого, как мы подпрыгиваем. Ух ты, прям настоящие джунгли, смотрите. Такие пальмы здесь необычные. Как уже, наверное, в каком-то Ватаму на океане. Вот и заборчик. О, да, заборчик есть, так что львы не пройдут. Вот название отеля. Hi, hello, Jumbo. И вот мы уже въезжаем на его территорию. Ну вот, приехали. Рецепция такая большая. Таша уже видела обезьянку с детем. Я пока никого не видела. Ну так, да, тут есть где разогнаться. Заборчик есть. Вон Стив закрывает нашу Матату маршрутку. Уж где-то бассейн вдалеке видно. Умывальничек есть. Hello, Jumbo, Jumbo. Thank you. О, полотенечко дали. Честно, у меня ноги уже плохо идут. Джамбо. Наши чемоданчики. Честно, прям джамбо-джамбо. О, most welcome, okay. О, манки, обезьянка вон. А, вон она скачет где-то, ускакала. Ух ты, what we have here? Infused water, please. Да, простую водичку с огурчиками. Надо охладиться, честно, потому что очень жарко. Ты что будешь? Ту, плиз, ту, ту. Бери, Наташа. Попробуешь, скажешь. Наташа вытирается полотенцем. У меня полотенце все еще в руке. Фу. Оно такое мокрое, холодное. Жара. Thank you. Наташа, а ну, попробуй. Водичку. Холодная. Хорошая? С огурцом. Кусенька. С огурцом, да? Фу. Так, сейчас я, наверное, вытрусь и включимся. Паспорта забрали, просто бумажку заполнить. Я все еще пью огуречный напиток. Вкусненько, да, такая? Да, неплохая такая водичка. Не знаю. Ну, давай. Меня давай. Сюда документы я заполняю, на себя заполняю. Вот и проверим. Красота. Вы же думала, птичка сидит. А это просто как растение. Да, это же не птичка, Наташа. У нее уже глюки после сафари. Нет. Это не птичка. Так, Наталка заполняет документы, вот рецепция. Здесь реально обезьян, я уже, вон еще, боже, сейчас я вам покажу. Все, идемте смотреть. Вот это вот проблема, эти маленькие, hello, Jumbo, маленькие быстрые обезьяны, они просто хватают ваши вещи и покидают территорию очень быстро. Фиг вы их поймаете, вот смотрите. Вот такие масятки, окошко ставить и все. Телефончик, до свидания, кошелек, до свидания. Вот, кстати, вон, она гуляет еще там, где-то вон идет обезьяна. Не дай бог, зазевались на завтрак, бутерброд, все. Бутерброд ушел. Ой, потешные. Ну, посмотрим сейчас, какая потеха будет. Кстати, в ЦАВА напоминает, когда мы в ЦАВА въехали, тоже же было дерево, рецепция и много обезьянок. Вот, сейчас... Бассейн небольшой такой, я бы сказала, даже такая маленькая лужица. Ну, сафари было просто изумительное. Сколько мы с вами увидели, пока добрались. 4 часа мы катались, немножко укачало. Кстати, скажу, очень тяжело держаться. Ты едешь, вот так вот пальцами зацепился, с одной стороны, другой, баланс, бицепс, трицепс, держишься. Я пару раз плечо дернула, колено раз встало не так. Не, ну ничего, как бы все равно классно. Сколько мы посмотрели с вами, это вообще вот Баффало просто другой мир. Находится в 5 километрах от Самбуру, это уже другой мир. Ну, сами все видели. Наталочка заполнила документики, да? Все, заполнили. А, мой паспорт, спасибо. Все, сейчас пойдем в номер. Девушка спросила. Давай. Все, Наташ, покажи ключ. У нас номер number one, чтобы вы понимали. Брелок. Привозите такие брелки. Подожди, стой тут. Темновато. Ну, короче, вот, да, number one. А, вообще-то это классно, может, у нас будет Wi-Fi ловить на рецепции. Это самый последний. Да, может, самый последний будет. А с другой стороны, вдруг... Санька Стив, вот наш гид Стив. А с другой стороны, может, будет шумно, хотя с другой стороны, ну, возле бара, не знаю, будет ли музыка. Надеюсь, что музыка нас не будет беспокоить. Ну, посмотрим.
Вот такие здесь дорожки в Баффало-парке. И нас уже предупредили, что много обезьян, бабуинов. Хотя в Самбуре нас тоже предупреждали, что будет дофига бабуинов, но к нам никто не пришел, никто не помешал. А сейчас мы уже с вами маленьких обезьян увидели. То есть, да, это проблема. Это действительно, они могут попасть к вам в номер, схватить любую вещь. Хорошо, если это будет мусор, как в одном из видео мы показывали в прошлом году. Плохо, если это будет ваша нужная вещь. Что-то парень спрашивает, я не понимаю. Подожди, классно. А, так мы не возле, вон, вот такие вот домики, а мы не возле рецепции. Иногда просто они так говорят с непонятным акцентом, мы можем не понять. Вот уже обезьяна, вот смотрите. Обезьянки, а я вон увидела ту обезьянку, блин. Вон уже. Ой, масятки, смотрите. Она как Лео лежит, бачишь? А то и блошек выискивает. Масят. Симпатичная. Ну вот их спит, говорит, особенно. А, он говорит, она спит. Ну, честно, очень уж их много, красавиц таких. Массаж. Я же говорила, бабуины может массаж сделать. Просто девочка на рецепции предлагала услуги массажа. Говорю, ну если бабуин сделает, ладно уже. Она долго смеялась. Видимо, я удачно пошутила. Ага, массаж, тут все есть. Ой, такие кемпы интересные. А, это для горячей воды. Кстати, здесь тоже выключают электричество. Для горячей воды, да? А горячая вода только с 5 до 9 вечера. Ну ничего, как раз в сафари приезжаем. Ну, дровами круто, да, кстати, дрова, ребята, девчата, дрова. Так, извините, сейчас перекину лэптоп. Прошу прощения, очень тяжело его на плече нести. Да не отошло, это печка для каждого. Посмотри, для каждого. Ох, елки-палки, это каждому топят? Угу. Вот, а где логику найти? Room number one между комнатами. Вот комната есть. И вот другая комната, еще комната. Не, ну слава богу, мне нравится, что она немножко отдаленная. Почему-то написано T1. Так, ну давайте. Она открыта. Здесь даже, смотрите, вот такие лавочки, но они уже подзагрузли, такая грязючка. Welcome. Thank you. Yep. Что ты говоришь такое? Вон там, вон она, вон она. Ну, а, на этом? Да. Фу, я такая, что... О, прикольно. Так, я, наверное, свою кровать уже обозначу. Вот так вот будет. Интересно, интересно. Угу. А ты шо? Сейчас потом... Красота. Интересно. Вот такие вот стульчики. Обезьяна здесь сидела. Не, ну тут вообще просто не вариант, она уже здесь. Они вдвоем здесь. Просто подождите, а тут просто замок отстегивается. Здесь, здесь не то, что это вот, это значит закрывается. Вот так нужно оттуда, наверное, закрыть, да? Слушай, как-то странно, да, что с той стороны. Ой, вот она, Бозя. Такого привет. Привет. А it's not aggressive, monkey. Наташа спрашивает, агрессивная ли это обезьяна. Ну, если она не в настроении, она агрессивная. Наташа, поверь мне. Окей, okay. I have a smart key. Ага, yes, please. Да, okay. Говорите. First of all, it's all about this balcon. Ага, это this балкон. It has to be closed when you are inside or outside. А, надо закрывать, вы внутри или вы снаружи, пофиг, uh-huh. Типа закрывайте, а то you обезьяны... Yes, yes, yes. Там мы уже видим подружку. They don't fear us, but they fear, they can't fear you, but they fear us, because... Uh-huh. They don't fear guests. Uh-huh. Я поняла. Yeah. А как это? А how is open? Можно открыть же? Нет, я сказала вообще. Вообще не открывать? Нет, вообще. А for what this тогда? This not allowed open, yes? Yeah. No. When you are outside, make sure. Нет, когда, а как, yeah. Как open? Я не понимаю. А how to open? Open. Yeah. Открутить. А, карабин. А, это карабин. А, все, окей, окей, карабин вино. You place. Yes, yes. Okay. Ага. И открыть. Да не, мы все равно откроем, мы выйдем. Да, все, разберемся, разберемся. Нет, давай создадим панику, уже интересно. Панику, окей. Okay. Все еще там маска. Так, давайте, там этих масек сейчас будет. We have a booklet here. Ага. This booklet, it contains the hotel information. Uh-huh. Or information about the hotel. Окей, okay. Сейчас сядем, будем читать, да. Yeah. Да ты шо? Ничего себе. We have a там статья for making coffee, tea, everything you like, and бутылочка. And bottles of water for coffee. Когда есть электричество. Окей.
From there, we come here. We have round wrist and the round wrist services. So this one here, you make sure you put the clothes inside for round wrist services. Постирать вещи. Okay. And this side. Все так интересно сделано. Вот для вещей. Там тоже, наверное, это шкафчик такой. And this area. Вот это вообще. Там видно в камере? Да. These are mosquito repellent. Что это? От москитов? Make sure you apply it when going for dinner. After shower. Когда мы идем ужинать, натереться. Опрызгать. Нас или it? Тело. А ты что, не видишь, что это крем? Нет, ты не видишь? Что это не брызгалка? Понятно, понятно. Many mosquitoes? Many mosquitoes. Я understand. Many mosquitoes. Because the restaurant is open, but inside the room, no mosquitoes. Okay? Okay, okay. This is body lotion and Andy wash. Okay, thank you. For Andy, for just yes, for Andy. Okay? Главное не перепутать. This is a shawka for all of you. Okay? Это что? Шапочки. Шапочка. Yep. Мы сейчас еще 3 часа будем каждую шапочку. Да, ты что? Drinking water. Every day 2 bottles of water. Yep. Очень круто. Фен есть. Yes. Фен есть. Можно голову помыть. Я уже 3 дня голову не помыла. Ого, какой большой, слушай, ого. Круто. Ничего себе, да. Смотри, даже есть это. Туалет, конечно, раздельный. Боже, чудовище. Такой, Наташа, давай быстрее. Да. Yes. Вообще шикарно, слушайте, ребята. А какие классные эти светильники. Что прикольно сделано, так стильненько. А это вон еще тоже для этого, для полотенечек. Фонарик есть? Так, тут место тоже для этого. Для... Ого, класс! Even in case you have emergency. Okay. Okay. So it's very that's more power. Большой. Okay. And in case you hear any noise of mosquito, Побрызгать от москитов. Окей. А смотри, какой столик, подставочка. Супер. Красиво. Да ты шо? Аккуратно. So, I think everything is intact. Yes. I'm Richard. Thank you. Thank you very much. О, так. Смотри, а тут еще кровать какая для этого, для еще одного человека. Thank you, it's very nice. Thank you, thank you. Enjoy your room. Thank you. Yes. Thank you very much. Yes, goodbye. 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 Thank you very much. А смотри, а что это такое? Не поняла, как это в полу? Смотри, в полу там это электричество. Ну, ты валяешься с Wi-Fi, раз и подключила. Сейчас мы... Слушай, так стильно сделано. Нет, оба отеля крутые. Ну, слушайте, ребята, ну тут прямо. Ну, не забудьте поставить лайки, смотрите, что мы вам показываем. Ну, интересно, вот такой просто вот такой раунд. В Амбасселе был похожий раунд. Вот ну, победнее, только скажи. Там было, только туалет был там, а там был столик. Мне еще было тоже классно очень сделана тема. Ну, посмотри, какая кровать, из какого дерева. Даже посмотри, это мощнее. Мощь. Как она сложила лапки? Я извиняюсь просто. Она сейчас тебе это сложит лапки? Так, как она лапки сложит. Ты где? Как она? Ты где? Назовем ее как она. Как она. Как она. Ну ты, конечно, смешная, Ромашка. Не выходить, не это как это, для кого не, столик поставили? Вообще под страхом. Подожди, а вот эти, подожди, тихо. Дай мне вот эти кресла, посмотри. А удобно или нет? Удобно? Кайф, да. Смотрите кресло, этот столик. Еще вверх покажи этот шалаш. Сейчас. Шатер. Посмотри. Аутентичные коврики. Просто, да. А смотри, тут это лапка. Я только поняла, это лапка. След классный, столики. Боже, а тут стул какой. Ну, заморочились. Да. Книгу, сиди, читай книгу. Тебе сказали, вот уже 2 человека. Да. А это подставка, смотри, это... Боже, я читаю иногда. А потом такой, боже, а там же все есть. Ну что? Все, мы устали, доехали. У потолок какой. А сейчас эти? Надо уже время идти уже пообедать, как бы уже пора это обедать. Боже, красиво, слушай, ну пока очень красиво. Но видишь, вода получается там была. Вот сейчас у нас горячая, холодная, вообще без проблем целый день. Да, а тут они тоже говорили, могут быть проблемы, и люди в отзывах писали, могут быть проблемы, но там их не было. Не было никаких проблем. А тут, бачишь, у каждого это стоит печка. Буржуечка, и каждому топят. Ого, мерзота еда. Масятка, а ты с нами будешь ночевать? Сейчас такие, я и семью приведу. Я все могу. Куда ты пришла? Куда ты пришла? Не, все ушла куда-то. Ну так, все, да, Дианка будем. Ушла, а, еще и смотри, еще и этот есть. Слоника-то мы и не заметили. Фен хотела сказать, вентилятор. Красота. Ну видишь, уже здесь идет по территории огорожена и проволочка, и сеточка. Электрическая проволочка, и это, и забор какой-никакой. Так что, ну так вот, тут животные другие. Все,
Да? Да, ставьте лайки, пишите комменты, а мы на обед. Да, прикольчик вам хотим показать еще в конце, кто еще с нами. Я сейф пробовала, там закрыла и открываю так. Ты-дин, что у нас в сейфе? Я думала, что это такое. Я думаю, кто-то забыл что-то. Это кофе, чай, сахар. Все для этого. Интересно. Не, ну это правильно, в принципе. Вот сюда и ставим. Не, ну что, и чайник есть вообще. Красота, и 4 бутылки воды, это вообще здорово. Не, ну, почему? Молодцы. Это, наверное, 250 или по-моему? Молодцы. Да, так что...